И продолжим. Выплаты по заслугам. Размеры базовой пенсии с начала следующего месяца будут привязаны к трудовому стажу. В плюсе окажется почти 1 000 000 пенсионеров, которые теперь будут получать в 2 раза больше. Ранее базовая ставка по выплатам для более 2 000 000 граждан, окончивших трудовую деятельность вне зависимости от стажа, составляла 54% от прожиточного минимума, а это 15 274 тенге. С 1 июля текущего года для тех, чей рабочий стаж более 10 лет, она составит 100% прожиточный минимум, то есть более 28 тысяч тенге. В Министерстве труда уже сделали перерасчет. В целом для повышения пенсии потребуется 530 миллиардов тенге. Трудовой стаж будет исчисляться как на 1 января 1998 года. Это участие в трудовой деятельности в солидарной системе до 1 января 1998 года. И после 1 января 1998 года будут исчисляться периоды участия в накопительной пенсионной системе через перечисление обязательных пенсионных взносов в накопительный пенсионный фонд.